Всем привет! Сегодня у нас в обзоре украинская монета 5 гривен 1998 года. Монетка недорогая, цена ее ориентировочно от 50 до 100 гривен. Это цена по Украине. И теперь более детально о монете. Юбилейная монета Украины находится в обороте с 28 декабря 1998 года. Монета посвящена возрождению исторической и культурной жемчужины Древнего Киева, Михайловскому Златоверхому собору, построенному в начале XII века князем Святополком Изяславовичем. Собор был ликвидирован и частично снесен в 1934-1936 годах. После полностью восстановлен украинскими властями в 1998 году. На реверсе монеты изображение Михайловского Златоверхого собора размещены силуэты 12 апостолов. Символической сцены причастия мозаики. На монете расположена круговая надпись «Михайловский Златоверхий собор 12-го столетия». На аверсе монеты в обрамлении растительного орнамента соборной мозаики размещены изображения малого государственного герба Украины и надписи в четыре строки «Украина 5 гривен 1998». На гурт у нас рифленый. Страна Украина, вес 16,54 грамма, тираж 200 тысяч штук. Серия «Духовные сокровища Украины», название «Михайловский Золотоверхий собор», металл «Низельбер». Вот такая вот интересная монета. Отлично подойдет для начинающих коллекционеров, нумизматов. Я когда начинал, у меня были тоже такие подобные монеты. Будет отдельное видео или же стрим на эту тему, как я начинал вообще работать и покупать вот такие подобные монеты и другие предметы антиквариата. А начинал я конкретно с украинских монет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!